Среди тех, кто следует путем знания, одни сознают свое единство со мной, другие – единство богов со мной, а третьи – единство Вселенной со мной. Все они так или иначе преклоняются передо мной. Ради меня, Шри Кришны, безусловной красоты, души совершают жертвы, ради меня трудятся и исполняют долг. Ко мне обращены их молитвы. Я – жертвенный огонь, и я – жертвенное действие. Я – Отец и Мать Вселенной. Я – Высший Судья. Я решаю, как наградить душу по заслугам. Я – прародитель всего сущего и конечный предмет познания. Я – очищающая сила звука Ом. Сама-Веда и Яджур-Веда – тоже Я. Я – цель, к которой стремятся все. Я поддерживаю, управляю, наблюдаю, предоставляю убежище, оберегаю и несу благо. Я – творение, разрушение и поддержание мира. Я – семя и лона. Я – высшее существо. Бхагавад-гита, невиданное сокровище безусловной красоты, с вами Б.Р. Шридхар. 9.15, 9.18.